Организация вахтенной службы на судне является неотъемлемой задачей обеспечения его безопасности. Необходимые процедуры устанавливаются в соответствии с международными и национальными требованиями к организации вахты. Правильные, четкие, слаженные действия судоводителей, вахтенных помощников являются результатом всей подготовки моряков. Сведение Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (КУП) на каждом судне должна действовать система управления безопасностью, в которой предусмотрены основные действия и процедуры по организации вахты. Общая организация штурманской службы включает в себя распределение должностных обязанностей навигационных помощников, формы и порядок заполнения навигационных и судовых журналов, расписание несения ходовых и стояночных ночных вахт, подробные процедуры основных ключевых операций, системы связи и порядок их использования, системы проведения проверок и докладов об обнаруженных нарушениях. Вахтенная служба на судах является особым видом выполнения служебных обязанностей, требующим повышенного внимания и непрерывного присутствия на посту или рабочем месте. На всех судах должна быть установлена круглосуточная вахтенная служба. Ответственность за организацию вахтенной службы возлагается на капитана судна, а непосредственное руководство организации вахтенной службы – на старшего помощника капитана. Ответственными за надлежащее несение вахты являются лица, несущие вахту. Судовые вахты разделяются на ходовые и стояночные. На ходу вахтенная служба должна обеспечивать безопасное судовождение во время своей вахты, когда она ответственна особенно за предотвращение столкновений и посадки на мель. На стоянке вахтенная служба должна обеспечивать охрану человеческой жизни, безопасность судна и портовых сооружений, предотвращение загрязнения окружающей среды, безопасную эксплуатацию всех механизмов, связанных с грузовыми операциями, соблюдение международных, национальных и местных правил, поддержание порядка и нормальной деятельности судна. Продолжительность одной ходовой вахты, как правило, не должна превышать 4 часов. Вахтенная смена должна явиться к месту несения вахты заблаговременно и до вступления на вахту ознакомиться с условиями плавания и режимом работы технических средств. Сменившаяся вахта является подвахтенной и используется в случае необходимости для временного усиления вахты или подмены отдельных вахтенных. До заступления на первую ходовую вахту помощник капитана должен ознакомиться и изучить все навигационное и радиооборудование, установленное на мостике, обращая особое внимание на ограничения, которые необходимо учитывать, а также на наличие и особенности расположения различных видов сигнализации. Наличие чек-листа по изучению навигационного и радиооборудования ходового мостика может помочь ускорить процесс адаптации новых помощников капитана к судовому навигационному и радиооборудованию. На судах многих компаний требуется проведение экзамена капитаном судна и издание приказа по судну о допуске к несению самостоятельной вахты каждого помощника капитана. Основные принципы, которые должны соблюдаться и учитываться при выборе варианта организации ходовой навигационной вахты в зависимости от условий плавания, это вахтенная служба на мостике и машинном отделении должна обеспечить реальную безопасность судна. Состав вахты должен соответствовать фактическим условиям плавания. Обеспечение непрерывного наблюдения с использованием всех имеющихся технических средств. При установлении процедур по несению навигационной ходовой вахты компании должны учитывать следующее. В состав вахты должно входить достаточное количество квалифицированного персонала. Обязанности по несению вахты должны быть четко и недвусмысленно распределены конкретным лицам, которые должны подтвердить, что они понимают свои обязанности. Задачи должны выполняться в соответствии с порядком их приоритета. Члены вахты должны находиться в тех местах, где они наиболее эффективно и результативно могут выполнять свои обязанности. Членам вахты не следует поручать другие обязанности, задания, пока вахтенный помощник капитана не убедится, что такие поручения могут быть выполнены эффективно и результативно.
Приборы и оборудование, необходимые для эффективного несения вахты, должны быть постоянно включены. Связь между членами навигационной вахты должна быть четкая, незамедлительная, надежная. Не допускается деятельность, не имеющая отношения к обеспечению вахты, отвлекающая внимание вахтенного персонала. Вся поступающая информация должна обрабатываться и быть доступна для лиц, принимающих решения. Документы, не относящиеся к несению вахты, не должны находиться на мостике и использоваться. Члены вахты должны быть постоянно готовы к принятию эффективных мер при изменении обстоятельств и условий вахты. На ходу судна состав вахты на мостике устанавливается по указанию и усмотрению капитана. Состав навигационной вахты должен быть ясно указан и записан в судовом журнале. Должен определяться таким образом, чтобы было обеспечено поддержание непрерывного надлежащего наблюдения.